Всем здорова, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами по-прежнему Лукарт и мой друг Сергей, 1425. Боже. Вот. Сегодня я решил снять обзор моего городка на сервере Supercraft. IP, конечно, будет в описании. Итак, готов? И погнали! Итак, народ, первым делом у нас чай такие дома. Сразу скажу, это строил я. Какой-то левый чувак пришел, закрыл эту территорию и построил этот дом. Вот, начнем с первого домика. Это центральная улица. Нет, не центральная, это вторичная улица идет. Одного игрока. У него на территории есть футбольное поле или теннисный корт, взлетная полоса для вертолета и его красивый домик, который строил я, конечно же, я. Идем дальше. Это коробка, которую строил человек, которого уже отправили в бан. Это большой особняк моего друга. Вроде нет ни в Майнкрафте, как там, 123 грамма. Он в середине еще не закончен, но вскоре будем его доделать. Окончательную версию буду вам показывать. Это мой дом, вот, в стиле хай-тек. Может понравится или нет. Но я его убил очень мало времени на него, так что... Каша, короче. Моей машине. Идем дальше. В этой улице нас встречает торговый центр. Это вот, если не ошибаюсь, копия тайландского торгового центра. Если фотка будет, я кину. Так, справа у нас Макдональдс. Пара-па-парам. Макдональдс. Обычно такой зверю под сундуковый выход. Кухня. Потом очень вкусно заходить. И то Олег. Вот. Идем дальше. Но напротив Макдональдса у нас есть парк. Правда, половину нам пришлось разрушить, так как при прививке обнаруживает, что кто-то закрывает только один блок. И как-то нельзя его сломать. Около, напротив парка находится домик. Игрока Ромчик 1. Дальше у нас идет дом модератора Тифруша. Вот, она уже, кстати, себе ник сменила. А напротив этого домика идет дом только ангелов. Как-то так. Все дома я строил сам, но так как мне столько домов не надо, я решил подарить ему. Дальше под этой центральной улицей идет едва небоскреба. Тоже я строил сам. Иногда мне помогает игрок вроде модератор под с ником Hungry Games или Lucky. Вот. Такие два небоскреба. Идемте дальше. Вернемся на середину. Это у нас самый центр города. Тут стоит Warp. Warp город. А по этой улице Warp Elite. Также по вторичной улице у нас находятся башни-близнецы. Строили мы их немного долго, вот. И если вы узнаете эту отсылку, то пишите в комментарии. Две смотровые площадки, как в оригинале. Идемте дальше. Тут у нас находится Белый дом. Вот Белый дом, обычный Белый дом. В принципе, внутри я не буду показывать, так как... Он точная копия оригинальная. Напротив него находится центральная площадь. В будущем, может, тут будем строить сам и лавочку, ну, что-то вроде этого. Дальше идет у нас два дома, которые я тоже подарил игрокам.
К сожалению, Ник уже забыл. Нет. Этот дом тоже подарил мне от буквально вчера или позавчера игроку робот. А это я встроил полицейский участок. Вот за этим всем у нас находится Empire State Building. Но я так понял, что оно у нас не получится, придется сносить. И строить как-то по-другому. А так у нас еще много пустой территории, которую мы будем облагораживать. Или я буду, если мне кто-нибудь поможет. Если вы хотите зайти мне как-нибудь помочь, вот, заходите, IP-сервера будет в описании. Вот, при прыжков, ну, при 30 поинтах на паркуре вам дают ключ от донат-кейса. Если вы открываете этот донат-кейс, вам выпадает привилегия. И вы можете получить довольно-таки хорошую привилегию. Также мой друг Сергей рекламирует вайп. Слэш вард. Вард хелл. Так. Вот, заходим на вард. Тут у нас паркур. Тоже мы строили вдвоем. При прохождении паркура дети, у вас такие мешочки есть. Вот, так что заходите, играйте. Также есть еще один вард PvP-1. Заходим на него. Тут вы можете PvP-хаться, биться с друзьями, соревноваться. Скоро мы будем еще один делать вард PvP. Так что заходите. Будет скоро очень-очень-очень интересно, когда очень много всего будет реализовано. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и покусики. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. IP-сервера будет в описании. Заходите и играйте, народ!